Здравствуйте, друзья! Пришел к нам новый стабилизатор Axon A1 Pro. Следующая модель Axon A1S. Как известно, Axon A1S показывает прекрасную стабильность и очень надежен в работе. Сейчас мы посмотрим, что там профессионального. Здесь у нас прямой эфир, между прочим. Здесь должны быть фанфары. Ну, пенопласт. Ребята, все бы это дело обхотели бы ящик. Но когда у нас Ронин делает такие пенопластовые ящики? Я раньше говорил под большим секретом, друзья, что все стабилизаторы, включая Axon, Ronin, Moza, краны, делают на одном и том же заводе. Все железяки делают. Похоже, что теперь и эти тоже делают на одном заводе. Та-да-да-дам. Вот обратите внимание, тут приклеена вот такая же штука. Это ровно-ровно то же самое, что приклеено к Ronin. То есть они как близнецы-братья все. Вот из одного материала. Ручки здесь даже такие же одинаковые. Это тот самый аксоновский штатив. Очень прочный. Обрезиненная ручка. 3 восьмых дюйма резьба. Два аккумулятора уже без блистеров. Зарядка у нас идет от любого смартфоновского провода. Провода. Ай, какая штучка хорошая. Это для нашего смартфона. Она очень приятная. Она металлическая, похоже, но не буду царапать сейчас. Но она как бы так обрезинена. Наконец-то они сделали плашку без крыльев. Комплектуют теперь они нашими большими новыми подпорками с большими колесами. Вытаскиваем главную деталь. Сам стабилизатор. Axon A1S и A1 Pro. Усиленную вот эту вот часть, вот этот угол по сравнению с A1S. Появилось фокусировочное кольцо с выбором точек А и Б. Вот здесь у них стоит передатчик. Вход HDMI. Вот это вот пластиковая вещичка. Здесь антенна внутри. Вход в камеру, управляющий сигнал. И EXI, оба Type-C. Друзья, есть тут питание. Выход 8,4 вольта, 1,5 ампера. То есть можно питать пустую батарейку. Два аккумулятора. Ставим на штатив. Резьба нормальная, гладкая, довольно крупная. Ну вот у нас практически безразличное равновесие. Двигаем, приподнимаю всегда немножко, выбирая зазорчики. Вот, все, отлично. Первое включение нашего электронного стабилизатора. Нажимаю на красную кнопку. Он включился. Автотюнинг. Нажимаем 4 раза на красную кнопку. Раз, два, три, четыре. В первый режим ставлю его. Ну, по ощущениям, вроде бы то же самое, что и Axon A1S. Ничего другого я не чувствую. Посмотрим. Да, работает он штатно. Я хочу проверить, насколько изменилась стабилизация A1 Pro относительно A1S. И если да, то насколько и в какую сторону. Делать это я буду ровно тем же самым способом, что я делал и на предыдущих тестах. Смотрите ссылку здесь вверху. Это у нас полтинник GH4 в режиме 4К. Стабилизатор смотрит в одну сторону. То есть это самая большая стабильность. И я вот так вот руки к себе прижал. И вот таким образом я буду нивелировать колебания. Сейчас при тесте видно, что новая модель Axon A1 Pro сохранила достоинство предыдущего Axon A1S, очень высокую стабильность. И они даже написали, что на 68% она повышена. Как они это вычислили, я не знаю. Но мы видим, что стабильность
нового Аксона точно не хуже предыдущего. Я даю вам ссылку, можете посмотреть на предыдущие тесты относительно других стабилизаторов крана 2, Ранина S и Мозы Air 2. Это самые стабильные стабилизаторы из массовых на сегодня. Ну и для начинающих операторов поясню, может быть, вы думаете, что не так стабильно этого. Это Panasonic J4, кроп 2 раза, 50 мм, 4К. Специально, друзья, такие невыносимые условия создал для стабилизатора, чтобы каждое шевеление было очень-очень видно. Друзья, мне очень любопытно поснимать что-нибудь практическое на этом новом устройстве. То есть, можно ли использовать вот этот трансмиттер и смартфон в качестве полноценного видеомонитора? Это первое. И второе, насколько вот это колесико фоллоу-фокуса действительно необходимо. Ну, например, для работы на 5-м гуаше. Так что, ребята, как только я это сделаю, я обязательно выложу этот тест. Ну, а вы можете прийти ко мне, попробовать и этот стабилизатор, или любой другой, сравнить их и выбрать то, что лучше всего подходит для вашей камеры. Радости нам с вами, хорошего настроения, прекрасных кадров, замечательных заказчиков и самого доброго.